Президент Беларуси посетил крупнейшее предприятие по производству текстиля «Камволь». В целом дана положительная оценка его модернизации, завершенной в этом году и стоившей более 110 миллионов долларов. Сегодня здесь налажен выпуск конкурентоспособной продукции. Предприятие впервые за несколько лет вышло на прибыль. Глава государства подчеркнул, это лишь начало большого пути для текстильного производства. Президент пообщался с трудовым коллективом предприятия, где до конца года выпустят 2 миллиона 300 тысяч метров ткани. В Гомеле в формате 1-на-1 встретились премьеры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев. Переговоры прошли в преддверии заседания Совмина союзного государства. Обсуждался весь спектр темы двустороннего сотрудничества. Часть из них вынесена на рассмотрение за большим столом с участием профильных министров и глав ведомств двух стран. Всего в повестке дня около 20 вопросов. Основные касаются торгово-экономического взаимодействия. Расписные ковры из фондов музея-заповедника Заславля представили на выставке в Минске. Наибольшее распространение – так называемые «малеванки», которые рисовали масляными или клеевыми красками домашнего приготовления на текстильной поверхности, получили в середине 20 века в деревнях и городках Беларуси. Малеванки – феномен народного творчества белорусов. Они стали одним из первых в нашей стране явлений массовой культуры и предназначались для украшения интерьера жилища. В экспозиции более 40 произведений из коллекции Изи Подроздовича и Елены Киш.